22 апреля 1760 года на сцену Лондонского музея механики выкатился на роликовых коньках их изобретатель Джон Джозеф Мерлин. При этом он играл на скрипке. Публика была в восторге. Все бы хорошо, но роликовые коньки Мерлина не имели тормозов, отчего изобретатель закончил скрипичную композицию в зеркальной витрине. Желающих покупать своенравное средство передвижения не нашлось. Но это не остановило инженерную мысль. В последующие годы в Европе и в Америке во множестве патентовались роликовые коньки различных конструкций, с моторами и без них, с тормозами и без. Они предлагались джентльменам и дамам для прогулок, спортсменам для тренировок, официантам для быстрого обслуживания клиентов. В 1818 году на колеса поставили даже балет. Только в середине 20 века были разработаны надежные роликовые коньки. Катание на них стало вполне доступным удовольствием, лишь бы была подходящая погода. Днем 22 апреля в нашем регионе малооблачно. Температура воздуха около 14 градусов. Юго-западный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Ночью малооблачно. Температура воздуха понизится до 6 градусов. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду.